Гениально. Гениально. Я вода. Все, никто вообще никогда в жизни просто не догадается, что я это я. Все, режим стримера. Активировали оберет против читеров. Все должно быть хорошо. Такс. Че, опять ник поменял? Это защита против читеров. Я же думала, какого хера у меня что так хупает, друзья, блин, удалить. Пожаловаться. Санчина, привет. Пиздец вам, раки ебаны! Хера себе. Чем его кормят, блядь, этого бота? Штуки 5 по нему с этого попал. Чат. Я на малой. У меня 2 чевака на гаражах на танке. Через длину пройду. Не надо длину, иди сюда ко мне под плакат. Мне. Нет. Ты понятно. Я же тебе дал. Как ты бежал, он ко мне на малую зашел. Блин. Правую руку, блин. Никнейм вспомнишь? Дельта Хантер. Вот чисто. По-другому не сказать. Но это, по сути, метовая сборка на MP5. Я тебе возьму свою сборочку, если не понравится, выкинешь. А это... Ну ладно, давай туда с твоей побегаю, посмотрю. Эта сборочка супер хорошая, конечно. А там что за прицел? И тот, и другой есть прицел. Окей. Опять над змейкой издеваешься, сысли. Хоть раз я издевался вообще. Хоть раз, прям. Ох ты, ё-моё. Ты серьёзно? Ты серьёзно? Это гениальное оружие. Гениальное. 20 эргономики? Что тебе эргономика? Ты включи фонарики, блин. Ты серьёзно? Фонарики включи. Которые меня же слепят. Во, вот это я понимаю. Я ни хрена в прицел не вижу, даже точки. Так я тебя не вижу, я чисто белое пятно вижу. Блин, Жайтаныч. Включаешь фонарики и начинаешь стрелять. Я на это купилась. Паты тут наспаунились в пристрое. Ну того я убила. Угу. Ты ходишь? Да, к тебе спускаюсь. Вот она, ага. Тапалка. На улице-то, кажется, да? Да, да. Машина. Машина. Я понял. Поднимается на второй, второй, второй. Поднялся на второй. Запрыгиваю ему в тыл на второй. Ой, блядь. Я минус, скорее всего. Убил меня. С одной пули, блин. Ну, бред какой. Господи. Я пролетел, блин. Он поднимается на третьем. Я понял, я. Мне хилиться надо. Мне хилиться надо. Что? А, так это считак. Да. Это считак. Да. Не убила. Но попала хорошо.
Он вышел за территорию уже или нет? Не-не-не, он был у нычки где-то, в районе нычки. Ой, на мосту. На мосту еще есть. Я хаедал к нычке. Да, сидит у моста. С твоей стороны. Убил. Ха! Ваншот? Она реально ваншотает, блядь. Убил? Да. Посмотри у меня какая хрень на спине вот оружие. Видишь, какое у меня? Понятно. Поняла, с какого говна я его ваншотнул? А куда ваншотнул? Грудак. Пойдем твоего смотреть. Тоже, скорее всего, отъехал. Вот и загренные. Орут. Натрово пикселит именно. Бля, у меня в общаге, кажется, тип. Да, у меня тип на втором в общаге. Так, так, так. Давай, давай, идем. Убил? Бой. Тогда? Да. Я ему... Хотя у него броня тоже выбитая. Короче, непонятно, куда я ему попал. В конце рейда посмотрим что-то. Я не понял. Это ангар с рычагом, что ли, сейчас стрелял? Какие-то звуки прям странные. Они как будто близко, но близко они не могут быть. Вот в этом ангаре как будто бы... Кажется, они про меня знают. Недолет. Восприятие же плюс... А, типа баф на восприятие висит. Да, точно, точно, восприятие это плюс. А то, да, все, кстати, вот там кто-то проходит, там снайпер пострелял только что. Это один. Это второй. Еще сейчас один оттуда должен подойти. Так, раз, два, три, четыре, пять. Я шестой. Их знает, мне кажется, можно рестартить идти.
Вот он! Версачами! Почему я не удивлен? Девять восемь. Он меня с Макарова убил. Серьезно? Вообще, чат, есть гениальнейший метод поддержать стримера. Просто мега гениальнейший, знаете какой? Бесплатный причем. Совершенно. Это, во-первых, смотреть стрим на Трова, а не на Ютубе, да? Ну, там уже кому как удобно, сами разберетесь. И еще один гениальный способ, это вот два баннера, видите, висит. Там есть карта Уралсибовская, она бесплатная. Но, понятное дело, за ее оформление мне будет плюшечка. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, и прошедшие трансляции есть. Если вдруг YouTube влетает за музыку, и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.